О, Так, поехали. Дмитрий Роман Овечкин Андреев. у нас. Очень Роман сильный Овечкин. шахматист. 6,5 Тоже очков, кстати, стример. подняли меня на Романа. Помню, как-то по Астане шли на командном чемпионате мира, и мне Может, в Янчик как Геноне? раз хотел меня подловить, пристыдить. Спросил, знаю ли я стихотворение хоть Нет, у нас какое-то только что Есенина. тренинг И по тут я Геноне ему прошел. выдал Так, целую и порцию, по и мне защите было очень Боголюбова приятно. И тоже даже вроде бы Янчик он меня проходил у нас. похвалил. Осталось вспомнить все, что Так. мы там Хотя, кстати, вот смотрели. да, про поэзию, раз уж заговорили, Ян Непомнящий тоже в поэзии очень силен. Для тех, кто не в курсе. Но я вроде примитивно Ладно, играю. концентрируемся Сц2. на партии. У нас Роман Овечкин, да, серьезный оппонент, но тем не менее. Каталонское начало разыграно, Кстати, вот отступать нам именно некуда. Т1, наверное, У Романа на поставлю. палочках больше. Ну, сейчас А будем куда делать, наверное, слона, будем прыжки такие в разбираться стиле Магнуса. позднее. Конь Е4, F5, G5. Куда-то в атаку. Наверное. Можно еще и А4 сыграть. Такая тоже есть идея. Так, b4 мне пойти Идея на нельзя. уровне Давайте сборной на России f4 как его раз. вытащу. Как-то у нас вот это вот бывало, что анализировалось. Конь C3, ферзь A5. Таким образом попробовать выкинуть ферзя для начала. Что такое? Где-то уже DC хочу пробить. Если даст соперник. На конь Е5 что буду делать? Сам пока не знаю. Не, конь D2 играет Роман. А не Так провести ли поскромнее. мне Е4? Тогда А3, наверное. Сказал А, говори Б, на Б3 уже слон Б4 поставлю. Все очень даже последовательно. Ну ладно, защитил пешечку. Могу, кстати, еще Б5 сыграть. Не знаю, что насчет Б5? Сейчас как Думает Е4 аудитория. взорву. Помощь зала хотелось бы взять. Ну ладно, Б5. Поехали. Попробуем энергичнее разыграть эту позицию. Правда, да, Е4 жесткий ответ. Подозревал я, что Роман способен на такое. Так, а может быть слон А6? Как-то я все по линии С Понял. хочу B4 наброситься, где-то сам хочет пожертвовать пешки, пойти. но ладью по линии С Да, у меня завести. конь на А4, потом На если Е5 слон на конь H5 у H6. меня есть с темпом. Прыжок. Непонятно, правда, что дает. Не, конь H5 не буду. Конь E8 пойду. Или конь G4 даже. Ну, посмотрим, что скажет соперник. Так, у нас три партии осталось. Три партии. Может, слон Надо идти F1 вперед. вообще? Или конь E2? Пока вот... Или пока вообще E5? Конь H5? Давайте. Е5 все-таки. Теперь вот вопрос. Вопрос, куда девать коня. Мне как-то нравится, кстати, ход конь G4. Я не знаю, насколько он плох или хорош. На конь e8 может вообще Но мне cd и на почему-то d5 нравится закинуть. интуитивно. Хотя интуиция может подводить. Ладно, давайте конь E8 пока. Конь G4, слон H3, я отказался. Слон H3, там на конь H6 могут прибиться на D5 все. У меня конь где-то на D7 завис бы в перспективе. Поэтому я принял решение отказаться Пешечку пока не отдам. от данного Так, маневра. Rc5. Так, C5, да, но C5, B4. Это И у меня нормальная конь на позиция в том e2, плане, что я сейчас защищен где-то слоник. F5 подорву. Могу G5 пока Все, можно теперь конь начать. f3, h4 и идти ставить мат. Или не могу, или опасно. На ферзевом фланге Давайте, ладно, вроде у меня начнем с все в F5. порядке. Все же. H4. А ему, по-моему, должно быть немножко тесно. Да, ферзя, наверное, надо вернуть в игру. Где-то G5 хочу.
Так, а у нас на b4 зависло, А не да? На взять ли b4 мне на надо спить. h6? На b4 отдавать это не дело. Но я вообще, конечно, зря f5 сыграл. Я мог пойти Давайте возьму. f6 со всеми теми же идеями. Так, вот сейчас на e2 не имеет ли смысл начать со взятия на e2? Ну, пропрудок, Мне пропрудок. кажется, блефует Подумаешь. Роман. Думаю, что это блеф. У меня все-таки конь на g7 пойдет. Моя надежда и опора. И что хотят белые? Ну, он хотел, видимо, второго коня подключить, но я вовремя его скушал. Так, а вот что белые хотят, кстати. Белые хотят зайти по линии Но, может быть, и мат так поставлю. называемой H. Угу. Так. F4. F4. А, еще G6 есть ход. Ой, ужас. Ой, кошмар какой. Может быть, Да, ну надо удастся было тогда маток с версии 7 поставить начинать, я что-то. сильному шахматисту. Да, это печаль. Но вот поэтому я не стремлюсь как-то все вторники стримить. Иногда все-таки концентрации Так, у меня 25 не секунд хватает. есть. Это, кстати, дофигища. Так, ну давайте, ладно, сюда уйдем. Тут как-то нас сейчас будут добивать, да? Ногами. Просто пинать начнут, да? Окей, так. Не знаю, F3. Так. Так, ну какие-то мне еще мини-микро шансы дает Роман. Да, ладью вытащил. Неожиданно. Как-то я проиграл, но хотя бы не сразу. И вторую вытащу. Ну хотя да. Раз это громко сказано. Четко играют белые. Да, видимо, мат по восьмой меня И ожидает. моток. Поставил мат очень неплохому После ладья шахматисту. c8. Так, так, Да, так. тяжелый турнир. Что-то Тяжелый. сегодня реально в хорошей форме. Хорошо я короля вытащил, да? Отдал ему на f2, зато все активизировалось. Фух, из 9 7,5. Вообще у меня из 11, по-моему, 7,5. Что-то вроде рекорда. И делю 7-8 место с Никитой Матиняном.